Какаду. Лагерь с английским уклоном. Только не пугайтесь, свобода выбора остается с вами. И если вы решите всю смену проваляться на пляже, значит, это лучшее для вас. Погружение в англоязычную среду происходит так. Английская программа реализуется в 15 буквах. А еще в Какаду работает самый профессиональный педагогический коллектив, который к тому же признает право ребенка на качественный отдых. Я из города Санкт-Петербурга. Мне очень нравится заниматься английским, особенно на компьютерах. Сейчас я прохожу в программе Лазер B1. Больше всего мне нравится работать на уровне вокабулы. Я из Питера, но мы сюда пришли в компьютерный клуб, нам здесь так нравится, потому что здесь прикольно, и мы учим английский язык, и все так здорово, позитивно, и такие классные программы, очень интересно. В Какаду есть свои фишки. Одна из них – наш лагерный пресс-центр. Потому что здесь всегда толпятся дети пишут материалы, дети берут интервью, дети занимаются за компьютерами, ищут информацию в интернете, пишут письма родителям. И кроме того, просто общаются, потому что общение – это то, ради чего создается в лагере пресс-центр. Какаду – это уютные номера. Какаду – это красивый, а главное вкусный ресторан. Какаду – это шикарный песчаный пляж, пляжные развлечения. Это ж замечательный концерт-холл. Коказа открылся лагерь, лучший лагерь на земле. И приехали ребята, чтобы жить в одной семье. We'll be right back.